Всем привет! Кто-то уже наслаждается 10 часами раннего доступа к FIFA 21, кто-то смиренно ждет 9 октября, чтобы с головой ворваться в игру, а кто-то принял волевое решение вообще не покупать игру. В этом ролике мы решили рассказать вам простой способ получить более-менее дееспособный состав, даже не входя в саму игру и не покупая ее. Для этого существует приложение от EA FIFA 21 Web App. Что же оно представляет собой и чем может быть полезно, расскажем в этом видео. Жми на лайк после просмотра, если тебе поможет это видео, и напиши в комментариях, кто у тебя выпал из первых паков. Друзья, вы можете получать еще больше удовольствия от спорта. Париматч перешел на новую технологичную платформу. И в сетке нашего легального партнера есть события по футболу, хоккею, UFC и вообще огромному числу спортивных соревнований. Новый инновационный, удобный и быстрый сервис уже доступен по ссылке в закрепленном комментарии. Там же горячая акция. Вам будет начислен бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Количество бонусов ограничено. Главное, не забывайте пройти верификацию до конца, чтобы получить максимальный бонус. И играйте ответственно. Итак, вход в приложение осуществляется по данным вашего аккаунта EA. Ссылку на FIFA 21 Web App для вашего удобства оставим в описании. Для начала выбираете свой стартовый пак. Я обычно делаю ставку на АПЛ, поэтому традиционно беру Англию. Как видим, никого особо интересного в обойме нет. Из золотишка только Ми, Барнс и Лофтус-Чик. Не самый мощный набор. Традиционно EA с барского плеча готова подкинуть вам топчика в аренду. Я взял Ван Дейка на 4 матча. Потом вам предлагают выбрать форму и эмблему. В принципе, ничего это дело не решает. Потом все равно все поменяют. Мне подлетели подгоны от EA за лояльность в виде нескольких форм и паков, а также подкинули электроники бонусные 1500 монет на 10 матчей. В паке с арендой подъехали Трент, Холланд и Феликс на выбор. Забираем представителя АПЛ Трента. Давайте откроем и остальные бонусные пакцы. Пак первый, оттуда залетает Отавио, а вот остальное его содержимое. Пак номер 2 и самое вкусное из него – Эль Шаарави. А вот остальные парни, которые выпали. Третий пак подвез нам Кастаня из Лестера и вот таких ребят. В четвертом паке хедлайнером стал Фил Фоден. Есть с ним здесь за компанию и дико медленный Жиру. Далее у нас стадионный пак, и его содержимое сложно назвать особо интересным. Здесь же в приложении можно выполнить несколько ИПК и заработать еще несколько паков. Также вы можете тут же продать всех чуваков, с которыми вам не по пути, и заработать монет на внятное усиление на первое время. Если что, в паках за простейшие ИПК выпадает разная неинтересная мелочь. Но вы ее тоже продайте, чтобы заработать стартовый бюджет для сколачивания капитала через торговлю. В FIFA 21 Web App доступны все трансферные расклады, как и в мобильном приложении. Вы можете покупать игроков, продавать их и через снайпинг наварить себе немного золотишка. А можете просто вложить монеты в покупку середнячков, чтобы первые свои матчи в Ultimate Team не играть непонятными бичами. Рекомендуем заходить в FIFA 21 Web App каждый день. Там могут быть подгоны для вас в виде бесплатных паков, монет и других ништяков. В общем, до выхода официального мобильного приложения и полноценного релиза самой игры, это веб-приложение должно стать вашим верным помощником. Во время записи ролика я не стал нырять глубоко в торговлю, а просто собрал всех парней, подъехавших из паков, в состав и после этого укрепил недостающие позиции. За 900 монет были куплены Зинченко, Райан, Соучек и Дэнни Инкс. Наборчик более чем простой, но для первых матчей этого должно хватить. Естественно, уделив должное внимание торговле на трансферном рынке, можно собрать классный состав, с которым вполне можно врываться в игру. Да и выполнив более продвинутые ИПК в паках, может прилететь кто-то по-настоящему годный. Но на сбор составов тех же центральных матчей нужно будет вкинуть немало монет. Поэтому наш совет – сконцентрироваться на торговле карточками. Метод снайпинга вам в помощь. В общем, если вы до сих пор не знали о FIFA 21 Web App, то добро пожаловать в него. Неделю ожидания официального релиза FIFA оно вам точно скрасит. А возможность собрать годный состав до старта игры должна стать отличной мотивацией. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на Кибербол, если до сих пор этого не сделали. И скоро услышимся.